вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре нож Пират 0823N Sport 9. В комплекте нас ожидают ножны Кордура и сам нож. Характерная особенность данного ножа – это довольно толстый и усиленный клинок. Изготовлен он из единой стальной пластины, при этом рукоять обмотана ПВХ-материалом. Клинок имеет длину 150 мм. Общая длина ножа составляет 260 мм. Толщина обуха достигает 4,2 мм. Изготовлен клинок из стали марки 40Х13. Она обладает отличной устойчивостью к коррозии и хорошо держит заточку. При этом черной краской на нож нанесен особый узор. Он не только придает оригинальный внешний вид, но и добавляет дополнительную защиту. Форма клинка здесь типа Clip Point, приближающая острие к линии приложения силы при уколе. Он очень похож на Drop Point. Такой клинок одинаково хорошо режет и колет, при этом фальшлезвие не имеет заточки. Перед рукоятью расположен удобный подпальцевый упор. На самом клинке имеются долы, сделанные для облегчения конструкции. По Rockwell твердость стали достигает 50 HRC. Такой нож хорошо подойдет не только для метания, но и для того, чтобы взять его с собой на охоту, поход, рыбалку, пикник или шашлыки. Он очень удобен для ношения с собой. Приобрести его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!